всех поздравляем с широкой масленицей. Как он грамотно, а? Я поздравляю. А, уже видел ее? Да, все. Я поздравляю всех с широкой масленицей. Желаю счастья, добра, любви и много-много радости. Все. Спасибо. А ты откуда? Рассказывай, кто такая? Я ты откуда? Почти такой, но я уже. Да? Да. Откуда? Из России. Ты с Дона, наверное. Донская. Откуда сама? Ну, Донская. Казачка? Да. Да ты что? А звать тебя, я на видео. А звать вообще, как тебя? Имя твое как? Как тебе? Люба. А фамилия? Батякина. Еще раз. Батякина. Ну, молодец. Помахай. Здорово, дня воля, слава богу, здорово живете, братья и сестры, всем привет. Вот что, потихонечку идем. С утра погода, конечно, снежок идет, слякоть, но потихонечку мы идем. Потихонечку в город, сейчас подойду к друзьям. Блин, ну погода, конечно, слякоть, все-таки жесть. Вот так вот потихонечку у нас началось утро, идем гулять масленицу. Ну, в общем, смотрите нас. Смотрите наше видео дальше. Нашим казачкам всегда. Бери, что? За что вам удобно? Давай, нальешь там, поближе. Крепко сидим. Скажите, всем есть три годика, кто вышел к нам? Ты еще на четыре части блины разрезал. Тогда точно на всех хватит. Вот так вот, ребят, гуляем. Чаек пьем, все, смотрите. Хорошо-то как, праздник удался, надо сказать. Не хочет сопротивляться, поддержим аплодисментами, Люба! Вот какой казачок какой, держись ведем как в седле. Ну пошли, спасибо сказали, а блины? Ну берите блины. Вон, к девочке, подходите, скажите, что тетя, дай нам блинов. Че, как? Вкусные блины? Если будешь, начинка еще будет. Да, все, отходим. Все. Отходим, все, пошли. Сейчас пойдем еще к нашим хору подойдем. Чтоб на Дону уважали старину, дух казачий боевой, пробыть твоей душой, чтоб крови казачья жила, тебе братец говорила, раз живешь ты на Дону, предан будь всегда ему. Праздником, дорогие мои! Сегодня никто не уходит без подарков. И вам, Леонид, под аплодисменты, под бурные аплодисменты наших гостей, земляков, станичников, вручаем вам эту замечательную грамоту. Радуйтесь своим творчеством, пишите такие замечательные строки, наполненные патриотизмом и любовью к Донской земле. Люба Леонид Федоряченко, бессменный участник наших праздников казачьих. Готовится книга «Дончина светлая моя». Я пишу, там я посещаю городу Ростов-на-Дону. Вот, я писал гимн городу Ростов-на-Дону, ну, Сафрону победил. Люба, друзья мои, наш праздник продолжает казачий ансамбль «Задончанка» задонского сельского поселения «Хутор Победа». Встречайте, друзья мои, ваши бурные аплодисменты. Beach.
Ленка! Здорово, привет! Ну давай! Ну, пару слов на камеру! Ну так, секс матрицы, вообще на воскресенье, простите все ради Бога, ради Христа, чем разгневал вас, я прощаюсь. Ну и ты меня прощаешь. Ну как вообще настроение? Рассказывай, как дела? Ну так, видишь, и погода наладилась с утра. Шел снежочек с дождем, утеплились, да, разъяснилось потихонечку. Да. Дай Бог. Получилось. Бог знает, когда нам поговорит, тем более артистам. Согласен. Спасибо. Значит, пойду к Петровичу. Петрович, я к тебе. Ну, пару слов, не знаю, скажи что-нибудь. А что сказать? Ну, Масленица, праздник. Конец зиме, начало весне. Ага. Ну, поздравления давай. Ну, поздравления какие. Желаю России, казачьему народу, российскому народу, всем национальностям удачи, здоровья в новом году. И чтоб 18 марта сделал народ правильный выбор. Долой буржуев, долой капиталистов. Да здравствует народная власть. Не советская никакая, народная власть и справедливость. Вот и да. А буржуев долой, негодяи конченые. Явится... Петрович! Николай Петрович! Я закончил. Да, Петрович! Николай Петрович, ну что такое, а? Ну где ты ходишь, Лёнь? Ну опять опоздал, да, блин? Что, Лёнь? Нет, я был. Я бы мы Миша, у меня соколик не подми. Я с людьми. Что тебя соколик? Я тебя глаза накормлю. А я тебя видел, я с Петровичем говорю первым. А ты уже... Я тебя видел, что пока вошел вокруг Петровича, тоже нет. Мы кушали, мы с тобой. Да у нас только блюдо в море, и в водке, самогон. Вопрос. Попозже мы подойдем еще. Да, вот мы вон. Ну, давай поздравления. Поздравления. Поздравляю всех казаков и казачек с нашим закрытием Масленицы. Всего хорошего, здоровья, благополучия, счастья, всего наилучшего. И простите, пожалуйста. Да. Прощенное Ну все, ребят, вот так вот наша станица и живет, и гуляет. Станица гуляет. Да. Хорошо. Погодка распогодилась получше. Я думал вообще, сначала одеться по одному, думал, блин. Снег вышел, я без часов. Да, я побоялся одеваться, попал. А я же еще одел сейчас. Она не промокалька. А я тоже одел, просто не как бы, хотел одеть брюки, пальто, попал красиво с собой. А в итоге оделся, думал, нет, лучше одеваться, перестраховался. А сейчас смотрю, можно было, тепло. А я такой, как у Петровича, хотел одеть. Что, с комнаты не вышел, жарко, ну нет, все, снял, взял вот этого дела. Ну, вчера пиромайская, ну все не тебе. Я видел же видео, ВКонтакте все видел. Я же выставил там. Да, молодец, мне понравилось. Ну, мало, мало. Ну, мало, а что делать? Если что, такие вот делаешь вещи. Я только одним пальчиком только. Видео снимал, когда Александр там кто-то снимал. Нет, ну, нам скидает, Миша, лично. Я понял, ну, надо, чтобы еще подзрительное услышать для меня, мы вообще. Поздравления лично. Или так вот вдвоем пронесли, вас снимают, и вы там поздравляете. Надо очень здорово. Да, просто поздравление на камеру. А я, допустим, могу где-то это использовать. О, это хорошо. А я один где-то скачаю и буду вставлять. Мне это вообще будет. Я понял, хорошо. Да, так что вы делаете? Сегодня мы тут так плясали, блин. Ватапом скидываете. Наши девчата плясали, ребят, детишки играли на лошадях. Еще одно. Мясо строили. Люба! Понятно. Задачка. Давай-ка повеселее. Теща моя там рядом живет, вот эта деревня, где откуда они. Вот это все подойти. Я понял. Ну, пойду дальше. У меня там ребята, молодежь. Давай. Все. Забудь в конце. Часу, да? Ну, может, плюс-минус там, не знаю, может, раньше, может, хуже. Как закончится все, мы же организаторы, Михаил. Ну да. Я сейчас Миша спрошу. Миша, а примерно час заканчивается здесь? Миша, примерно час. А, ну мы еще подойдем попозже. Сейчас? Давай. Ой, на руки.
Можно поздравить Масленицу. Друзья мои, станичники, земляки, поздравляю всех с замечательным праздником Масленицы. Посмотрите, какой сегодня день. Утром был снег. Как только запели наши казачата, сразу вышло солнышко. Праздником всех! Широкой Масленицей! А кто будет выступать? Ты сейчас? Да, он сейчас Водякин, младший, будет выступать. А, ты, да? Ну, скажи пару слов. Пару слов скажи. Поздравь с праздничком. С праздником, с Крещеной Масленицей. Желаю всего хорошего, чтобы... Здоровья всем. Здоровья, счастья, чтобы никто не болел. Ага, молодец. Так, ну, давай представься там. Меня зовут Сергей Водякин, мне 30 лет, я в первом классе. Угу. Молодец, ну а что будешь сейчас? Выступать будешь, да? Да, я сейчас выступаю. Ну давай, с Богом. Комитет по межнациональным вопросам религии и казачества города Ростова-на-Дону награждено Ленка для вручения этой грамоты. Радуйте народ, радуйте своих станичников, сельское поселение, приезжайте, всегда рады вас видеть на наших казачьих концертах. Люба вам, задончаночка! Люба! Друзья мои, а наш концерт продолжает сын Михаила Водяхина, юный казачонок наш, Сережа Водяхин, он уже опытный наш вокалист, он участвовал во многих конкурсах, и даже на телевидении вы могли видеть его в программе «Россия». Друзья мои, встречаем! Сергей, держи эту грамоту от комитета по казачеству города Ростова-на-Дону и радуй наших земляков. Расти настоящим патриотом своего края, своей России, своей родины. Будь похож на своих родителей, на своего отца. Люба Сергея Водяхину! Праздником поздравляет вас Сережа. Друзья мои, а праздник подразумевает еще призы и подарки. Я вижу, что гости готовы поучаствовать в следующем конкурсе. И один из самых традиционных конкурсов на масленичных гуляниях это было метание валенка. Вот скажите, кто-нибудь из вас когда-нибудь участвовал в таком мероприятии, метании валенка? Сережа, слушай, ну молодец. Спасибо. Слушай, ну вообще. Кто точно не участвовал, загадайте желание, но обязательно будет. Я прошу наших помощников, моих кумарьев, выходите сюда, и кумушка дорогая,
приготовила призы. Напомнится, да? Ну, молодец, молодец, у тебя получается, я, вот. Я за тебя рад. А попадать рад. Нужно спасибо будет тебе, вот, очень порадовал. Вот этими валеночками, все, давай. Вот в эти колечки. Сейчас наши помощники, кумовья, держите-ка вдвоем. Одно, возьмите одно кольцо, одно. Одно. Вот так, вдвоем, так, чтобы в вас не попали. Так, смелее. Эх, вот совсем близко. Вот такой вот. Никому не причинит вреда. Доставит только радость. Да хорошее настроение всем участникам. А еще если блин, подарок. Золотой блин, как золотая медаль. Ах, немножко не попали. Подпишись. Ставь лайки. Пиши комментарии. Пишите комментарии. Ставьте лайки. Не забывайте. Помни. Помни.